И неожиданный поворот в расследовании пожара в лагере «Виктория» в Одессе. Тела троих погибших девочек сегодня эксгумировали. Процедуру провели по просьбе родителей. Они не уверены, что судмедэксперты выдали им останки их детей. Сомнения возникли после того, как родители одной из девочек сравнили результаты экспертизы и данные стоматологической карточки своей дочери. И нашли там явное несоответствие. Теперь по распоряжению прокуратуры тела отправят на новую экспертизу, но проводить ее будут уже не в Одессе, а в Харькове. Основним завданням, яке мають встановити ряд експертиз, це якраз і буде приналежність, ідентифікація тіл загиблих дітей. Вже за результатами їх будемо бачити і вже вживати необхідних заходів.